Проконсультироваться по юридическим вопросам, померить давление и просто попить чай в хорошей компании. Галина Рыбакова регулярно посещает собрания жителей Советского района. И полезно, говорит, и приятно. Это рядом с домом. Можно сказать, они сами к нам домой приехали, да. Потом, значит, это очень удобно и приятно вот просто прийти к людям, которых уже знаешь, с которыми встречалась не один раз. И, в общем, это прекрасно. В Советском районе больше 100 тысяч пенсионеров, и у каждого из них свои просьбы, пожелания и проблемы. Такие встречи помогают понять, на что обратить внимание районным властям. Для этого собрание посещают и представители соцзащиты. Люди обращаются к нам после этого. И в наши центры, особенно, вот я говорю, компьютерные классы, у нас постоянно даже очередность записана, которые люди приходят, общаются. Ну, не получилось с первого раза. У нас нет такого ограничения, скажем, там. Люди могут приходить и дальше больше. Юридические консультации, информацию из пенсионного фонда и медицинскую помощь пенсионеры получают бесплатно. В рамках проекта на связи с губернатором по тематическому направлению «Старшее поколение». Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.